Итак, привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. Ну, вот, хотя про родителей шутить, наверное, не стоит, но тем не менее, вы же знаете, я со своей душевной добротой, ох, самый добрый человек на свете. Нет, друзья, но сегодня, надеюсь, у нас будет доброе видео, потому что сегодня буду выбивать своему подписчику каких-нибудь героев. И, конечно же, надеюсь, эпических. Ладненько, давай, что? Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Владимир СВГСВГ, 63 тысячи самоцветов. Может быть, там еще есть? Да, есть еще. Чуть-чуть, но есть. Вот, сейчас посмотрим вообще, что за аккаунт. Где он, в какой гильдии находится? Что он вообще делает? Что почем? Кто он по жизни-то, а? Ну, мой подписчик, это уже хорошо. А находится он в гильдии под названием Just Cool Friends. Вот, еще два места целых свободно. Так что, ребятушки, если вы ищете для себя гильдию, то берете и смело вступаете, то будет все хорошо. Дальше идем, смотрим еще какую ситуацию. Вообще, недостающих героев надо глянуть. А их тут много. Ну, фанатик там понятно, с ним, без него. Темный колдун понятно. Его хер ты получишь, да, дальше не выбьешь нифига. Разрушитель дракона ясно, Арктика ясно, вождь минотавров понятно. Слушай, это что, бездонатный аккаунт? Смотри, потрошитель, королева мумий и Фрости. То есть, по сути, три недостающих эпика, и, конечно же, хотелось бы выбить повторки. 145 тысяч самоцветов. Еще чуть-чуть, и здесь будет минус. Еще чуть-чуть, и закончится проблема на битве гильдии. Причем, смотрите, у человека есть динамо, но, видать, нету повторок на динамо. Но, к сожалению, мы динамо выбить не сможем. Дальше, что у нас тут? Жрица воды. Понятненько. Ну, как бы, да. Вот новые эпики нужны. Новые эпики. По подаркам ничего нету. Ну, что, давай. Ну, короче, да, я знаю, вы там найдутся в комментариях люди такие: «Эй, князь, ну ты шо? Какой это бездонатный аккаунт?» Но по факту для меня это бездонатный аккаунт. Здесь даже нету Минотавра, ребята. Тут даже нету Минотавра. Ну, вообще, бездонатный аккаунт. Бездонатный, да, все. Оп-оп-оп-оп! Безумный ученый, уже хорошее начало. Куда уж без него. Еще жду ваших шуток по поводу свежести моей майки. Королева мумий к нам пришла! Уже, по сути, у нас удачный роллинг, дамы и господа. Ёб твою, окей. Жду шуток в комментариях по поводу свежести моей майки. И потому что я уже в последних видосах именно в этой майке. Но откуда вы знаете, может быть, у меня их 10, а? Может быть, я специально для видосов одеваю именно эту майку. Вы не можете всего этого знать. Вы меня не знаете, вы не можете меня судить. Кто выкупает за мемы, тот выкупает за мемы. Слушай, ну дальше нам что-то уже не прет с эпиками, но выбили недостающего, ледяной феникс, хладный призрак. Не, в принципе, и повторки простых героев — это тоже очень хорошо. Никто не забывает, да, про прокачку реликвий, вот этой вот всей херни. Кстати, я сегодня буду стримить GTA 5 RP, сегодня буду возвращаться в Крайм, так что, если что, ребята, вот, Берсерк. Так что жду вас в гости, и тут лайк поставьте, я для вас тут вот усираюсь, хочу, чтобы вы сегодня могли два видоса посмотреть. Вау, Спарки еще! Спарки, елки-палки, Спарки, друзья, а? Как вам такое? Слушай, я знаешь, что думаю надо сделать? Знаешь, что? Сейчас я вам скажу, что надо сделать. Оп, Купидон. Подожди, надо заставочку замутить. Надо, ребят, заставочку замутить. Бугимен, Медуза, Бог Грома. Давай нам какой-нибудь эпика нам сейчас. Душегуб, ведьма. Нет. Оп! Королева мумий! А теперь смотри. Просто берем вот так вот мою рожу большой делаем. Да, что-то этот раз у меня прическа не очень. Игорь плохо постарался. Вот сейчас вот так вот сделаем, да, смотри. Оп-оп-оп. И надо главное сделать тупое лицо, да. На тупые лица, друзья, вы кликаете лучше, потому... все, тупое лицо готово. Ну вот, значит, вы на видео кликните, значит, все будет хорошо. Как бы я заработаю, блин, миллион. Куплю себе квартиру. Хотя, чтобы не купить квартиру, мне надо 5 миллионов рублей. Ладно. Короче, ну, будем надеяться. Вау, Фрости! Фрости! Ёпты, слушай, это просто идеально. Идеально. Давно таких... Почему мне так хорошо не падает, а?
Хотя в прошлом видосе, если вы не смотрели, посмотрите, там мне, кстати, попадало. Так, у нас еще 22 тысячи самоцветов, а я уже могу смело назвать данный роллинг удачным. Не всегда так получается. Обычно, там, знаешь, если повезет, то под конец. А сейчас прям со старта еще королева мумии. Воу, можно даже будет эволюцию сделать. Это замечательно. Давай жрицу воды для эволюции еще. Потрошителя, да, вроде бы здесь нету. Давай, рандом, не останавливайся. Ждем эпических героев. Ну, вот. Чем больше, тем лучше. Суккуб, ведьма. Ну ты ми... Потрошитель, ёб твою. Подожди, это ж сколько мы уже сегодня навыбивали-то, а? Смотри, а, подожди, ли здесь мумия уже была? Я помню, что мы только две мумии выбили. Или подожди, или это третья уже мумия? Ёлки-палки, ёлки-палки, ёлки-палки. Подожди, ну-ка сейчас глянем, 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 что у нас там по недостающим героям. Воу-воу-воу, это жестко сейчас было. Так, если ты еще лайк не поставил на стрим, не пришел, досматривай видео быстро, жду на стриме. Фрости недостающий, королева мумий недостающая, потрошитель недостающий. Мы просто взяли и перевыполнили план, дамы и господа. Это же просто офигенно. И у нас еще 11 тысяч самоцветов. И у нас еще 11 тысяч самоцветов. Демон-охотник, давай, давай, больше эпиков. В комментариях пишите, сколько всего эпиков-то я выбил. Твою ж дивизию, а? Это же просто огонь. Это же просто огонь, ребята. Огонь, батарея. Так, триант. Кристаллический. Заклинательница. Панда-разрушитель. Студенистый рыцарь. Бочка. Снайпер. Так, подожди, давай пока еще все самоцветы не потратили. Посмотрим, какие достижения вообще на этом аккаунте. Аджей волна. RJ3, окей, допустим, попадим к моду, вы пишите, показывает достижения аккаунтов. А, кошмарка пройдена, причем, смотри, вся, восьмая даже кошмарка пройдена. Когда уже девятую добавят? Так, тут сегодня еще ничего не происходило, не проходилось. Кто-то из вас в королевскую битву еще ходит? Расскажите, пожалуйста. Мне просто интересно, может, еще кто-то ходит? Было бы классно это узнать. Ну, как бы тут нельзя, смотри. О боже, торговец. Я реально забыл про эту локацию. Боже, давай-ка, ну-ка сюда. И сейчас можете поставить видео на паузу и сказать, сколько у меня получится выбить еще эпиков за 5000 самоцветов, друзья, а? Ну что, у пришествия демонов. Ух ты, ёпту, как они все это взяли, грубо говоря, поменяли. Ну-ка, давай. Оп-оп-оп. Оп-о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 п
стал. Вот. О! И мы его даже вырубили. Окей, стой. А эту дядю с мотыги мы вырубим? Ну-ка. Ай, ускоряем. Конечно, вырубим. Надо какой-то суперский состав себе сделать в королевской битве. И все, и всех буду. Буду, ребята, чемпионом королевской битвы. Ладно, давайте. 5000 самоцветов. Сделали паузу рандому. Ждем невероятного результата. Ну, я еще хочу 2 эпических героя. Трифит. Нет, Трифит, это, знаешь, это не эпический герой. Купидон. Пока что не то. Давай, давай, рандом. Еще нам надо чудо. Укротитель и... Миша. Оставили 32 самоцвета. Но я не знаю, мы выбили. Это что у нас? Это невероятнейшие мешки. С эмблемой как... О! С первого уровня эмблемы. О! Боже, полегче... Ой! Полегче, рандом. Ну ты шо вообще? Ну ты шо, пипец. Но посмотрите, вы просто посмотрите на это. Кто здесь? Батя in the house? А? А? Батя вернулся? Батя выпустил вам второй роллинг? Батя выбил героев? Все счастливы? Подписчик доволен? Ёлки-палки, просто пипец. Я что-то... Я не помню, у меня был вообще такой удачный роллинг когда-нибудь на эпиков или не было. Ну, потому что это что-то с чем-то, ребят. Потому что это что-то невероятное. Это что-то невероятное. И не забудьте спросить в комментариях, когда выйдет обзор, точнее, прокачка моего Динамо. Я был бы вам весьма благодарен. Короче, ладно. Я желаю вам такой же удачи, какая сопутствовала сегодня мне.
Очень благодарен тем, кто досмотрел это видео до конца, поставил лайк, большая благодарочка, кто придет на стрим. Всех целую в пупок, всем желаю удачи, вот, и спасибо большое за просмотр. Всем пока, ребят.